Во французском городе Страсбурге в строящемся православном храме всех святых состоялась церемония награждения прихожан, которые на протяжении прошедшего года принимали активное участие в жизни прихода, помогали в организации различных мероприятий и праздников. Также прошла и торжественная линейка, посвященная окончанию занятий в Центре знаний и творчества ступени, действующего при храме. Помимо награждения, приходской праздник включил в себя и крестный ход по строительной площадке. Напомним, с 2011 года в исторической столице Эльзаса ведется возведение храма во имя всех святых. Также в этом месяце в строящемся здании состоялся молебен с освящением воды. Молебен возглавил настоятель прихода игумен Филипп Рябых. Во время богослужения были вознесены молитвы об успешном продолжении и окончании строительства Всесвятской церкви.